D-класс Drogon. Имеет сомнительную внешку, которая приедается со временем и выглядит уже сносно. Ну знаешь, как встречаешь бабу. Вроде не страшная, вроде и некрасивая, но могла быть и получше. А через несколько дней глаза маливается, и думаешь, да сойдет. Главное, чтобы мозги не ебало. Так и с этим аппаратом. Пока катал, уже привык. Отдает некой помесью трофи-трака и фрикраулера с разборки, накачанного стероидами. Ну либо разборка была в зоне отчуждения. Давай глянем, что там по тюнингу. Передние бампера практически все оснащены лебедкой, а сам пластик дооснащается заклепками, сеточками и поручнем для стариков. Все они окрашиваются по стандарту, в два цвета. Сзади возможно установить только два поручня, окрашиваемых в доп. Цвет. Калитки в лучших традициях водопроводных труб. Уже заебали эти творения внештатного сантехника. Наймите нормального дизайнера. По глушакам, практически все встроены в порог, плюс один вдоль него, и еще один уходит коптит небо. Решетка радиатора меняет защиту картера и добавляет в сратую трубчатую губу. С раскрасками туговато, пару цветных наклеек, какие-то разводы, гоночные наклейки и камуфляжная хуета. Сиденья сплошные ковши, черно-красные и металлизированные спартанские. На заднице имеется возможность сменить защитную пластину, которая по иронии ничего кроме бампера не защищает. Шноркелем можешь не уродовать, он тут не рабочий. Спойлер одного вида, в двух цветах, и карбон. Подвеску сразу ставь раллийную, я проверил, так будет лучше. Багажник можно сделать пустым, либо возить запасные колеса, баллоны с пердежом, и баллоны вместе с запаской. И первый тест на зацепы, пройден успешно, как слева направо, так и в обратную сторону. Ничего нигде не цепляет. Второй тест на вывешивание пройден также успешно. Равно как и третий, подвеска довольно хорошо отрабатывает по огромным камням. Четвертый тест на глубину будет взят на ура, и это не заслуга шноркеля, он как и большинство ему подобных тут для красоты. А вот пятый, и соответствие на шестой, уже не по зубам, хотя казалось бы, что уже выехал, но нет. Движок стуканул. Седьмой на спуск, пройден так же красиво, как и у Maxwell Vagrant, пролетом к подножью, причем полет был даже плавней. И дальше, несмотря на то, что тачка тяжелее той газонокосилки. Да и вгрызается в грунт она бодрей, что позволяет набрать нормальную скорость, для прохождения восьмого испытания на подъем, который был выполнен как по щелчку пальцев. Иди нахуй отвлекать в такой момент. Девятый на подъем с места был пройден с первого раза. Даже добавить нечего, просто дикая ракета. И десятый на кольцевой говномеске был покорен успешно. Данная запись была сделана еще на стаковой подвеске, но рекомендую сразу ставить самую низкую, благодаря чему повозка становится сбитой на поворотах и ховает их, как собака ховает человеческое говно. Один раз попробовав, уже за уши не оттащить, и будет жрать его до конца жизни. Со стаковыми пружинами ездить, как видишь, тоже можно, однако в крутых поворотах есть частый шанс встать ребром на два колеса, причем перевернуться. Ты не перевернешься, в большинстве случаев. Но зачем испытывать судьбу, если можно пильнуть пару витков? А? В полетах морду ведет чутко вниз. Подлавливать приходится минимально. Казалось бы, идеальная тачка, что может быть не так, как всегда найдется одно но. Хотя это мое но, для тебя может это говно, и заключается оно в звуке двигателя. Вот хоть убей, точно не помню, но он с какой-то то ли дрифтовой тачки, типа Тампы, или Йосумити, то ли с какого-то маслкара, хоть мне медведь проехал хуем по ушам. Но я сразу выкупил, что что-то здесь не так, не вписывается он к вездеходу. Опять же, это чисто мои загоны, тебе может быть понравится, но послушай.
Ну а брать ли ее тебе решай сам, возможно по скидке, и открыв придачу оптовую цену.